Корсаковские полицейские нашли женщину, причастную к кражам. Ей вменяют воровство с банковского счета и двух сотовых телефонов. Следователи установили, что 26-летний заявитель познакомился в интернете с ровесницей из Южно-Сахалинска. Она приехала к нему в гости, где в ночь на 20 сентября они распивали алкоголь. Позже молодой человек уснул, а девушка прихватила с собой два мобильника. Затем с их банковского счета списала 9700 рублей. После задержания выяснилось, что телефоны девушка продала за бесценок. Сейчас подозреваемая арестована, следствие продолжается.